Всем привет! Вы на канале Мисс Вита. Сегодня будем открывать 4 сюрприза. Первый такой вот киндер. Несподзнянка, польский. Было указано, что это Hello Kitty серия. Второй. Вот такой вот яйцо сюрприз Fashion Girl для девочек. Третий киндер сюрприз Миньоны. И четвертый такой вот прозрачный сюрприз. Свит пони. Давай, бери, открывай. Да. Все откроем по очереди. Посмотрим сначала, что у нас хранится в яйце Fashion Girl для девочек. Да, открывай, снимай эту всю фольгу. Умничка. Не расколоть, да? О, шоколад здесь не ломается. Капсулы здесь нет. Здесь без капсулы вот такое вот просто колечко. Держи. Попробуй одеть на пальчик. Открываем. Тут сложно будет снимать. А теперь давай, открывай капсулу. Ой! Улетели от нас конфетки. Давай мы тебе сюда вот такие вот дрожжи. Держи. Вот такие вот две упаковочки дрожжи попались. И можно покажем всем. И вот такая вот пони-лошадка маленькая с резиночками прикрепленными. Мы их поснимаем. Вот такая желтенькая, симпатичная такая. Будет скакать. Да? О, и голова поворачивается. Видите, прискакала. Да? Угостишь? Нет? Хорошо, какой ты хочешь следующий сюрприз открывать? Ну, давай, открывай, бери. Бери, этот открывай. Хорошо, ты хочешь сразу два достать? Давай сразу два достанем. Ну, давай. Как? Нет, не получается. Давай, мама. У тебя конфетки уже есть, солнышко. Вот же у тебя, смотри. Зачем тебе еще? А мы посмотрим, что нам попалось в киндере Миньон. Вот такая коллекция. Сам Миньон, вот такой вот симпатичный, на бегемоте сидит. Можно нажимать. И по инструкции, вот, видите, нажимаешь на Миньона, и он выпускает водичку. Но водичку он не выпускает, так как просто некуда залить. Вот такой вот. Давай последний открывать, киндер. Открывай. Не получается? А ты просто бумажку сдирай. Смотри, вот, зацепилась. Давай я тебе подцеплю. Сдирай бумажку. Как у Виты замечательно получается. Она возьмет яйцо. И откроем капсулу.
тоже у нас здесь попался в польском киндере. Было указано, что коллекция Hello Kitty, но капсула у нас желтая, поэтому не коллекционная игрушка. Вот, вот такая вот коллекция космических кораблей. У нас вот такой вот фиолетовый. Сейчас соберем, посмотрим, что же это такое. Вот. Вот такая какая-то ракета, космический корабль. Вот, подвигается здесь. Ну, собственно говоря, больше ничего и не делает. Вот такой интересный кораблик космический. Нравится? Витуня, тебе нравится? Нет. А, здесь даже интерес есть. По инструкции этот кораблик можно заправлять водичкой. Вот, мы набрали водичку. И сейчас попробуем. Оп. И будет или не будет стрелять. Да. Ой, стреляет. Фух. Вот, такой пистолетик получается. Тебе набрать водичку? Держи. Только в меня не стреляй, хорошо? Нажимай. Не получается? Смотри, показать? Получилось, да? Умничка. Ну что, Вита, тебе понравились игрушки, которые сегодня попались? Такие интересные, да? Вита, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Умничка.